Никакой, до сих пор, никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел. Молодец. Конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо. Потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим 2 недели без денег, без всего. Без воды. На ППшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? За то, что вот именно ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае. Не стыдно? Никакой, до сих пор, никакой помощи. Муж у меня за что погиб? За то, что ты жопу свою тут прикрывал. Не стоял, краснел? Молодец. Конечно, мне плохо, блядь. Мне плохо. Потому что не дозвониться, ничего не сделать. Никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим 2 недели без денег, без всего. Без воды. На ППшку нету денег. Муж за что погиб? Муж за что погиб? За то, что вот именно ты сидишь в чистых штанах, и твой сын в Дубае.